Всероссийский педагогический диктант провели в двух школах региональной столицы. Его участниками стали не только преподаватели и ученики 9 и 19 гимназии Черкесска, но также все те, кто так или иначе связан со сферой образования. Символично, что в год педагога и наставника организаторы решили обратить внимание общественности на традиционные для отечественной педагогики ценности, о чем перед началом написания работ сообщил по видеосвязи ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков. Педагогический диктант проводится для того, чтобы сформировать у учителей определенные знания о трудах великих наших ученых, о методике преподавания. Здесь основные вопросы – это то, что для учителя в первую очередь. Учитель, ученик и наше взаимодействие с ними.